Когда же появятся опционы на биткоин у частных компаний, как канадскому регулятору удается держать все под контролем? И о том, как из Liberate бегут начальники один за другим, вы узнаете именно сегодня. Здравствуйте! Ledger X становится первой частной компанией с разрешением от комиссии по торговле товарными фьючерсами США CFTC на запуск биржи и клирингового центра для торговли криптовалютными опционами и деривативами. Таким образом, компания получит право предоставлять клиринговые услуги по работе с криптовалютными свопами. Благодаря этой лицензии институциональные инвесторы смогут использовать более сложные способы хеджирования против сильных колебаний цен на цифровые валюты, аналогичные способам защиты, которые применяются в других классах активов. На начальном этапе будет запускаться торговля опционными контрактами на биткоин в паре с долларом. Это событие стало для всего криптовалютного сообщества важным шагом, демонстрирующим прогресс рынка цифровых валют, который становится все более зрелым и неустанно расширяет свою пользовательскую и клиентскую базу. Обратим свое внимание теперь на другие опционы – бинарные. Комиссия по ценным бумагам Манитобы MSC опубликовала открытое предупреждение, рекомендуя гражданам воздержаться от инвестиций в незарегистрированного брокера бинарных опционов GT Options. По классике жанра на сайте этого брокера не размещено никакой информации о наличии какой-либо лицензии. Поэтому GT Options угодил в черный список компаний, незарегистрированных в провинции Манитоба и не имеющих разрешения на осуществление торговой деятельности и предоставление, конечно же, консультационных услуг в сфере инвестиций в ценные бумаги. GT Options не имеет лицензии на продажу ценных бумаг ни в Манитобе, ни на территории Канады в целом, в связи с чем ее деятельность нарушает законодательство. Из Liberate продолжают уходить участники руководящего состава. На этот раз Коби Гур принял решение оставить свою двухлетнюю карьеру в израильской компании и освободил кресло генерального директора. Недолго, зато плодотворно Гур возглавлял процесс реструктуризации компании в попытке переключить фокус провайдера с предложения комплексных готовых решений под ключ на более индивидуальные, так называемые решения под заказ. Сейчас правление ищет кандидатов на должность нового генерального директора. Коби, в свою очередь, в лучшем виде передаст свои дела новому человеку. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск. Благодарим за сотрудничество редакцию Forex Magnates. И помните, среда – это маленькая пятница. До встречи завтра!